Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли с рабочим визитом посетил Одессу, в частности, морской порт. Он также встретился со студентами, бизнес-сообществом и губернатором. По словам посла, одна из целей его визита в город – поддержка суверенитета Украины со стороны Евросоюза. Кроме того, Мингарелли в рамках визита совместно с губернатором области рассмотрел программы по борьбе с коррупцией, децентрализации, развитии малого и среднего бизнеса и по поддержке местных громад. The main objective of this visit is to express the wish of the European Union to forge a very strong partnership with Ukraine. And to this effect, it is necessary, obviously, not only to be present in Kyiv, in the capital, but to ensure that the main towns and the main region, like Odessa, have as well a number of cooperation activities with the European Union. So I am here to witness the impact of our activities.